Уйдите! Меня уйдите! Нафиг! Черт, черт! Рул! Беги! Черт! Рул! Какая колючка! Вот урод! Иди надо нахуй. Оторваться от них! Уйди нафиг! Дебил! Ой-ой-ой, блядь, сейчас кто-то зовёт! Ты дебил! Мою тачку взорвал! Нифига себе! Блин! Я заметил, да! Иди нафиг! Иди нафиг! Дебил, а! Уйди нафиг! Черт! Мою резину прощит меня! Да ты дебил, мать! Дай, дай, дай! Да попробуй отделать! Что мне не дают, ты обидел? Чёрт! Ну что ж, как вы уже поняли, у меня на канале уже 800 подписчиков. Это очень близко. Вот не очень, но всё же очень близко к 1000 подписчиков. Поэтому что-то не сделать. Вообще я бы сделал. И к 500, и к 300, и к 400, и к 200 там. Но я не успел. И просто, ну, типа, не было дупа. Ну, потому что я сейчас тело записывает это. Без сценария или еще чего-нибудь. То есть я просто сейчас говорю то, что придет в голову. Конечно, музыка та же, это все связано с тем, что я не мог найти ту музыку, которую я именно хотел. Поэтому, собственно, оставил ту, которая была еще 100 подписчиков целый год назад. И то видео, из которого были вырезаны звуки, как я там орал, там, руководил, это все из одного видео, где я начал какой-то там челлендж. По ссылочке в описании можете посмотреть его. Я, естественно, продолжу эту идею. Скоро мне время. Вот. Вообще, я не смог, к сожалению, к огромному сожалению, не смог записать свои истинные эмоции без лага. Потому что я списал это с вебки, бандикамом, то есть с компьютера. Вебки. Вот. Все же, поэтому там были такие лаги, там неприятные. Так. Я это принимаю, конечно. Также я не вставил весь мой танец, потому что там много. И, собственно, много тысяч подписчиков, если вы, конечно, не наберете так просто, тысячу подписчиков, все вот есть, то, если я накоплю на камеру, то видео будет намного лучше. Даже, возможно, там я буду выходить на улицу. Но ничего не буду обещать. Ничего не буду обещать. Поэтому просто ждите, пока не покажу. Ну пока видео будут в таком же режиме. Как они и были. То есть выходить они будут достаточно редко, но не очень прям редко. Да. И, собственно, спасибо вам огромное за такую цифру. Уже небольшую. И вообще мне как-то пофиг на то, как сделано это видео. Потому что мы кривенько сделаны, лениво как-то. Не пофиг. Главное, мы сделаем специально для вас и с душой. Это относится именно к этому видео. То есть другие видео я тоже снимаю с душой, конечно, но получше в качестве. Не знаю, что мне хочешь сказать. Просто еще раз скажу, спасибо вам за 700 подписчиков, вообще спасибо, что то, что смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь. А кто смотрит вообще мне с 100 подписчиков, то вообще молодец. Молодец. Напиши об этом в комментариях, буду очень рад. Так, ну что ж, настало время прощаться. В скором времени я это уже говорил.
буду пускать видосики, но такой долго отсутствие. Все-таки у вас еще, наверное, возникли вопросы насчет видео про под названием Favorite, где странно произошло. Ну, отвечу я на этот вопрос, пожалуй, в следующем видео. То есть прохождение ползе или чего в кого-то. То есть. А, у меня все. Сон был. Короче, все. Пока.